Белорусская техника продолжает завоевывать рынки Латинской Америки. Тракторы «Беларусь» покорили горы Перу. Они работали на высоте более 5000 метров над уровнем моря. Новую технику фермерам передал дилер Минского тракторного завода. Местные аграрии отмечают ее качество и надежность. Белорусские тракторы сегодня активно продаются в Никарагуа, Гватемале и на Кубе, а в Венесуэле открыто сборочное производство. Президент Беларуси утвердил решение спецфонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Почти 190 студентов и курсантов вузов получат стипендии фонда на первый семестр нынешнего учебного года. Более 1000 победителей олимпиад и конкурсов, в том числе международных, отмечены денежной премией и нагрудным знаком лауреата фонда. Кроме того, педагоги и научные работники получили поощрительные премии за особый вклад в развитие талантливой молодежи. Распоряжение президента – свидетельство постоянной государственной поддержки одаренных учащихся. Беларусь и Китай готовят серию гуманитарных мероприятий к 25-летию установления дипотношений между странами. Так запланированы конкурсы среди белорусских студентов на знание китайского языка и культуры и на знание о Беларуси учащихся китайских вузов. А Центр изучения Беларуси в Шанхае подготовил сборник 88 белорусских песен, переведенных на китайский язык. Кроме того, обсуждается возможность открытия Института китайского языка и культуры в одном из белорусских университетов и Центра Союза белорусских вузов в Шанхае.